Ванны производства Метакам проходят очень строгий контроль качества. В данном случае проверяется ванна стандарт 1.5 на сопротивление температурным изменениям в соответствии с DIN-EN-198. Методика заключается в чередовании набора холодной и горячей воды. В первую очередь ванну подает горячая вода с температурой 90 градусов. Температура воды около 90 градусов. Вода проходит на пролив, то есть сливное отверстие открыто. Количество воды 50 литров. Пролили горячей водой. Температура холодной воды около 12 градусов. Холодной воды наливаем 100 литров. Набрали 100 литров холодной воды. Выдерживаем 10 минут. Слили холодную воду, сразу же подаем горячую. Температура горячей воды 76 градусов. Набрали горячей воды на уровень не менее 25 сантиметров. Выдерживаем 10 минут, затем сливаем. Сливаем горячую воду. И после этого сразу подаем холодную. Температура воды холодной около 12 градусов. Набрали холодной воды на уровень не менее 25 сантиметров. Выдерживаем 10 минут. Завершен первый цикл испытания ванны на сопротивляемость температурным изменениям. Всего таких циклов будет проведено 20. Завершается 20-й цикл испытаний. То есть
видим, что никаких вздутий на дне, никаких пузырей по бортам. Ничего нет. Все как в первоначальном виде. Сейчас посмотрим на обратную сторону. На обратной стороне видим также, что на бортах никаких вздутий, отслоений, ничего подобного нет. Пузырей тоже нет. Дно, как в первоначальном виде.